Синдром дефицита внимания и гиперактивности. Что это такое и как с ним справиться? Синдром дефицита внимания и гиперактивности включает проблемы с концентрацией, импульсивное поведение и гиперактивность. СДВГ может быть вызван генетической предрасположенностью, изменениями в структуре мозга и экологическими факторами. СДВГ может привести к трудностям в учебе и на работе, проблемам в социальных отношениях и снижению самооценки. Для преодоления СДВГ используйте эти техники и аффирмации ежедневно. Я сосредотачиваюсь на одной задаче за раз. Я управляю своим временем эффективно. Я нахожу способы снизить стресс и тревогу. Я развиваю навыки самоорганизации. Я принимаю себя и работаю над улучшением. Эти техники и аффирмации помогут вам справиться с СДВГ и улучшить качество вашей жизни. Помните, что каждый человек уникален и ценен. Подписка и лайк будут приняты как благодарность.